Школьники Фокина попробовали сдать нормы ГТО. На городском стадионе в рамках весеннего Дня здоровья прошла спартакиада «Я выбираю ГТО». Участие в соревнованиях приняли ученики 9-х и 11-х классов. Спортивные достижения помогут ребятам при поступлении в высшие учебные заведения. Старшеклассники фокинских школ сегодня попробовали сдать нормы ГТО. Первыми спортивные тестирования в нашем городском округе прошли ученики 9 и 11 классов. В программе испытаний бег, подтягивание, отжимания, прыжки в длину, метание гранаты. Всего 8 дисциплин, 4 из них обязательные. Ребята выступали в трех возрастных группах. По видам это у младшей группы 13-15 бег 60 метров, у остальных бег 100 метров. Также будет 2000 метров у мальчиков и у девочек бег и 3000 по выбору. То есть можно или 2 на время бежать, или 3 на добежать, просто добежать как бы до конца. Потом будет метание, также младшие мяч и гранату старшие, прыжки в длину с разбега или с места по выбору, значит, подтягивание у девочек на низкой перекладине с положения лежа, на пресс упражнения, то есть там туристический поход, то есть ну 4 обязательных и 4 вот как бы вспомогательных вида. Старшее поколение помнит, что программа физкультурной подготовки существовала в нашей стране с 1931 по 1991 год и охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. В зависимости от уровня достижений участники каждой ступени награждались золотым или серебряным значком ГТО. В 2014 году президент Владимир Путин подписал указ о возвращении в практику системы готов к труду и обороне. По положению с 2015 года вводится атрибутика ГТО, а фактически сдача норм комплекса ГТО, юридически, который будет вступать в силу, это с 2017 года. Будут созданы комиссии на каждой региональной, то есть на территории Приморского края будет 3 территории, где будут созданы комиссии, которые будут принимать вот эти комплексы ГТО. И программа еще до конца не прописана, как это будет. Или это будет выездная, или на местах сдавать, а туда протоколы отсылать, и там будет сверяться. То есть еще разъяснение будет. Ранее Министерство образования России приняло решение добавлять 5 баллов к ЕГЭ обладателям золотого и серебряного знака ГТО при поступлении в вузы любого профиля. Данное нововведение стало важным стимулом для школьников в их стремлении к спортивным достижениям. Цель – это у нас повысить здоровье школьников, приобщить их к занятиям физической культурой и спортом, ну и, конечно же, выявить сильнейших. Подтягивание, отжимания, прыжки в длину – все это есть в обязательной школьной программе. Может, поэтому ученикам не так трудно сдавать нормативы. Важно, что на старте проявляется соревновательный дух. Ребята не просто выполняют упражнения, а сравнивают свои результаты с другими. Нам очень понравилось. Это было так интересно и увлекательно. Вообще прикольно. Если человек занимается сам для себя и что-то делает, то вполне возможно сдать на золотой значок. Даже не, ну, неподготовленный человек, конечно, не сдаст, но если готовится, то вполне возможно сдать. Возрождение норм ГТО плюсы видят и преподаватели, и сами ребята. Пока это не обязательная дисциплина, но в 2017 году сдавать нормы придется каждому. И городская спартакиада школьников по сдаче пробных зачетов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса – серьезный шаг к здоровой нации.